С вами хранитель кладбища Мэгги Сайт. И прежде чем открывать таверну, давайте же узнаем, что он там накаякал. Земли ослам, фабрики тоже ослам. Первое. Наши ослы обменяли боевое снаряжение у лошадей на розовые ленточки для гривы. Теперь они не только ведут себя как кретины, но еще и выглядят как кретины. Когда карета превратилась в тыкву, королевский ветеринар потерял ботинок. И этот ботинок нашла молодая и богатая вдова. Сегодня они поженились и планируют жить долго и счастливо. Но несмотря на это... наконец, мы готовы к революции. Поперхнулся. Прежде всего, нам потребуются банки белой и черной краски. Мы перекрасим нашу шерсть. Все решают, что мы зебры, и никто не подумает, что мы ослы. Кроме того, наши союзники-крысы попросили жрее невероятного могущества. Оно сделает их большими, сильными, владеющими боевыми искусствами и любящими черепах. Ну и, конечно, нам понадобится знамя. Эволюция без знамени все равно, что хранитель кладбища без бороды. Эх, скрестим хвосты. Эх, очень и очень надеюсь, что осел оставит меня в покое после всех этой их революции. Хотя бы я точно не отказался от части надгробной награбленной революционерами. Идеолог революции. Так. Ну, это легко. А вот это что? Фиг его знает. Похоже на одного персонажа. Ну, и, собственно говоря, знамя. Ага. Ослиный интернационал. Ну да, ну да. Так. Ну. Встретимся возле собственно говоря точнее встретимся в таверне. Угу. А кирки нужно первого уровня. Так. Как видите, мы не в таверне. Вот, решил, пока есть время. Так. Это будет другое. Пока есть время, собственно говоря, прошу вернуться в подземелье. Потому что уже время молитвы о нападении. Ага.
Ясненько. Ясненько. Значит, зря я порошок электрический покупал. Ну ладно. Окей. Как он туда попал? Решительно непонятно. Так. А точно не было открытой? Точно не было открытой. Тут легко запутаться. Да уж. Я как всегда. О. Так. О. Такс. Пока есть. Сколько он? 20? Ладно. Окей. Так. Ударяем. Ударяем. Откуда бумага? Возможно, я ее не выложил. Ну ладно. Когда делал, собственно говоря. Так. Станции погрузки для карьера. Так, давайте туда. Ясно. Там выход. Так. Угу. Ударяем. Ударяем, ударяем. Я вот тут подумал, может быть, драгоценности где-то на третьем уровне могут быть. Ну, на на третьем уровне этого подземелья. Так. Выбрасываем. Это мне точно не нужно. Так. Так. Точно нет ничего. Эх, нет ничего. Так. Надеюсь, я успею. П.
провести моих. Так. Ладно. Секретки искать не будем. Выходим. Угу. Зря я прям там. Как же тут? Так. Ага. Вот оно что. Оказывается, кристаллы... И, точнее быть, алмазы были у меня под носом. Так. Выходим. Глотаем зелье здоровья. И быстрее молитву читать. Так, порошки. Так. Так. Давайте-ка... Да. Молитва о покаянии. Так. Это необычно. Что ж. Ну, а вот теперь точно мы около таверны встретимся. Надеюсь. И вот вы... И вот мы, наконец-таки, около таверны. Давайте же запускать ее. Ну как запускать? Так. Топорная работа. Ну, да черт с ним. Йоик, выходи. Йоик? Ты уверен, что это хорошая идея? И, конечно же, он опять жалуется. Ладно, давай считать. Работает круглые сутки. Знает все сплетни и слухи, работник месяца. У него 30 лет опыта бармена. До того, как отправился, просроченный, отравился. А главное, он даже не просит зарплату. И кто тут здесь гений? Ладно, в этом есть смысл. Во! Поболтай с ним, а потом я жду тебя в местном погребе.
Приветствую нового бармена. Это будет такое невероятное удовольствие работать. Без зарплаты, без страховки, без отпусков. Никогда. Объявляю забастовку. Хорошего дня. Пока. Так. Ты остался один. Может, как опытный бармен расскажешь мне, что от меня требуется? Разумеется. Таверна, она как... как беззащитный цветочек. Да. Твой долг заботиться о ней и развивать, как собственного ребенка. А до этого запомни. В подвале кухня и склад. Алкоголь хранится на поэтах. Угу. Мы будем продавать алкоголь с поэтов круглосуточно. Постарайся, чтобы он не закончился. Угу. Звучит логично. Посетители покупают выпивку и радуются жизни. Но они любят качественные товары. А, таверны. Значит, чем больше качества таверны, тем больше гостей. А чем больше гостей, тем больше денег. Естественно. О, я уже предвкушаю пары спирта в воздухе. Дикие крики, пьяный мордобой. Чудесно. Но для начала положи на поэты немного пива. Так, что там? Угу. Так. А есть, типа, он отдельно что-нибудь там? А, положить пиво на поэты... Угу. Ну. А. Ладно. Так. Ну, пока что еда. Так. Так. Пока что... Давайте-ка вместо стол поставим. Угу. Так, сколько? 8. И... И пока они не ушли, надо бы действительно пиво им. Да, пока что вот так. Так, надеюсь, не запустится. Thank you.
Это странно, ну ладно. Так. Так. А, есть и... Да нет, ничего не появилось. Какие поэты? Ладно, давайте поговорим с Гэри по поводу машин. Ты, видимо, ждешь, когда я сломаю стену, чтобы освободить машину? Друг, ты просто читаешь мои мысли. Профессиональная кухня. Так, что там нужно для... С артефактами. Угу. Так, много балок, верно? Да, целых 8. Кнопку видишь? Нажми ее. О, скелет. Не обращай внимания. Это тот смотритель, изобретатель который. А ты вообще знаешь, как этой штукой пользоваться? Если честно, старый смотритель меня и близко к ней не подпускал. Здесь где-то должна быть инструкция. А, вот и она.
Да, давайте поговорим, пока гниет труп. Как же он любил строчить эти инструкции? Работает! Теперь осталось только запихнуть артефакт вон в ту дыру. И мы увидим сцену из далекого прошлого. Ага. Ясненько. Артефакт. Как-то сложно все это. Не отвлекай. Тут в инструкции должен быть пронумерованный список артефактов. Кстати, неправильный порядок артефактов может вызвать апокалипсис. Все, нашел. Он полный. Похоже, старый смотритель успел-таки начать свое исследование. Вот, читай. Первое. Статуэтка древнего бога. А машина нам показывает. Вот. Сюда, смотри. Владелец статуэтки Хурадык. Ты меня совсем запутал. В общем, забирай статуэтку у Харадыка и неси ее сюда. Кстати, не забудь позаботиться о трупе. Я, что и смотрите, кладбище. Для заглядывания. Археологическая машина времени для заглядывания в прошлое. Но помните о технике безопасности. Это мы как-нибудь потом. А пока что надо бы о трупе хранителя позаботиться и заглянуть в церковь. Так. Ладно. Так. Пока что ты побудешь здесь. Позабочусь о тебе потом. Так. Текс. А, я не посмотрел. Никто не хочет исповедаться. Кто-то хочет. И золотую историю. Так. Возьму-ка я веры. 40. 48. 48. Она по-любому мне пригодится. Так. Так.
делаем. Так, заказываем золото. Оно надо. Так, не сюда. Вот сюда. Может быть, проверить, продается ли оно? Так. Ага. Давайте сразу вот столько. Давайте сделаем пока что вот столько гвоздей. Так, и прежде чем в таверну, мы попытаемся продать серебро. Ну, сыпьте серебра кузнецу. Покупаешь? Не покупает. Ну. Надо бы молока купить. Пока она не ушла. Давайте вот так. Если что, в них, собственно говоря, несколько кувшинных кувшины молока. Так. Угу. Ну, а столов тут больше, похоже, нет. Так вот. Какие еще поэты? Ладно.
Так, вот это выкладываем сюда. Вот это выкладываем сюда. Так. Ну что ж, скорее всего, мы встретимся около подземелья. Потому что нужно дальше его исследовать. Ну, и около какого-нибудь сюжетного персонажа. Так. Хотя нет. Давайте закончим серию на... собственно говоря, подземелье. Нифига себе. Я так понимаю, это и есть для экстракта смерти и прочего. Потому что где же еще? Больше я не находил. Из чего только я, собственно говоря, не пытался этот экстракт смерти, так и не нашел. Так. Куда бы? Вверх? Я, кстати, скоро хороший меч скрафчу. Я решил самый лучший сразу скрафтить. Так. Точно там все? Да? Хорошо, что я угадал. Правда, так и не понял, для чего серебро нужно. Да уж. Оказывается, подземелье может неприятные сюрпризы подкидывать. Ага. Давайте, прыгайте сюда. Так. Думаю, нужно использовать. Давайте. Угу. Ух, ё. Что-то мешает определенно ему в меня попасть.
Фух. Так. Продаем вот это. Фух. Ну, то теперь точно нужно использовать. Так, все. Так. Убираем. Надеюсь, я не вправе. Я оказался в правильном направлении, пошел. Ну ладно. Золотая жила. Эти я уже не буду брать. Не, нету. Ничего. Интересно. Что именно получится из них? Только Икстарк смерти? Или же все-таки что-нибудь интересное? Да. Угу. Со звездочетом я уже не повстречаюсь. Не куплю у него книжку. Точнее, обложку. На этом все. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь. Если вам также нравится эта игра, как и мне. Всем пока!